Так, девочки, всем доброе утро. Поздравляю вас всех с праздником. Кто у меня там подписчицы есть, я знаю. Даже подписчицы больше пишут, чем подписчицы. Чем подписчики, комментарии. Что вам? Любви большой и чистой желаю вам. А остальное и здоровья самое главное, чтобы было у вас. И все, теперь же 8 марта переносят, вы в курсе? На 29 февраля, так что... Сегодня гуляем до Талова, как говорится. Так, ну что, я, короче, тут уже сцедил Артемию. Тут еще вот остатки хай соберутся, кому-нибудь бросим, пока не туда-сюда. Что, будем команду всю? Разбудим команду, то пойдем покормим с вами малых сомиков. Так прикольно вчера этот процесс у меня получился. Думаю, покажу вам. Так, что тут у нас? Все хорошо. Вот, помпу выключил вчера, и вода чистенькая стала, посветлела. Все тут, в общем, замечательно. Поехали далее. Включаем тут свет. Так, что ты, разродилась, что ли, вообще кед? Да, возможно. Роголистник опустился. Малых, естественно, они поели у всех. Так, цихлидосы мои окорята ждут еду, как обычно. Тут вот солнышко, смотрите, как прикольно. Пробивает. Сейчас пока на холодильнике радуга, видите, а сейчас потом пойдет на вот этот кущик радуга. А ну с этой стороны отсвечивает. Ну и ладно. Вот тут, конечно, самов. Ой-ой-ой-ой-ой, они тут прячутся почти все. Так, ладно, включим тут свет, этим включим свет. Что еще? Включаем теперь второй, третий этаж. Вон, смотрите, самец, какой у него плавник уже стал, какой он, гляньте, у него... Классный верхний, такая на нем, видите, иголочка еще. Они, конечно, красотуля, красотули. О, нате, как раз он, я вчера кормил гранулки вон для цихлид, поешьте. Ихтиандер! Так, что тут? Виолет она подходит тут. Начинает она пузатеть. Что-то она пустая вроде. Может, значит, наедалась. Так, вчера отстрелялась у меня вот эта самка тернеции. Тут теперь сидит вот эта, и голубенькая где-то сидит. Где-то тут видел я ее. Значит, выбил ее тоже такой красный самец. Кто-то тут, вот тут он где-то меньше. Один, вот тот, ох, вот этот. Вот тот дальний, вот тот. Вот его тихтил гоняет. Но я вчера закутал икру и забыл капнуть синьку. Ну, что, бывает, что я могу сделать. Ну, ничего страшного, зато я записал, это ее первый помет был, она молодая, надо будет ее теперь разгонять, потому что у меня с производом все уже выработались. Так, сюда быстренько заглянем, посмотрите, тут тоже сколько мелочи плавает. Ну, я думаю, а это кто у меня, подождите, это знаете, что за помет? Это две голубенькая и синяя была, короче, две синих тернехи, но, на удивление, больше зеленых. Я думал, они по цветам все дают, какой цвет, такие они и будут, да хрен там. Пробросы идут у них, я так понимаю, на ура. Так, что, погнали, карманем сейчас самов. Вот я уже тут Артемию нацедил. Так, оно не упадет в трубень. Волосы в Симоне везде. Вот так вот это делаем, как обычно. Шкарпеточка такая. Такая шкарпеточка. Потопили. Вот это сейчас покормим самов там. Взять пинцетик с собой. Так. Ну там мы сейчас мелочь покормим. Ой, не забыть хоть оставить надо этим же еще шлёциком. Сейчас я пока тут пинцетик рядышком положим. Бабах, что-то бахнуло. Бабах. Так, выключу сейчас я помпу тут вот этим вот кренделям. Это я сейчас с утра ее включил. С утра включил, чтобы подняло мусор весь. Всю эту хрень. Так, тут вроде вот с утреца вот он начинает возле нее танцевать. Самец. Ну, посмотрим, что она будет. Поставил им сюда еще вот эту, видите, палку с мхом. Сделал подмену у них вчера почти 50. Ну, процентов 40 я убрал воды и налил чистой, короче, воды, очищенной. Так, и вот этим поменял вчера воду, и этим подменил вчера слегонца. Что, эти тоже уже не спят, он носятся, барбусы ждут чего-то, что они ждут по погоде с моря.
Так, что тут все, течение успокоилось, устаканилось. Сейчас я вам покажу прикол. Ага. Пусть пока так лежит телефон. Они так прикольно падают, эти тучи рачка. И эти ребята начинают хавать все больше и больше. Ну вот, смотрите, какая туча полетела. Бабах. Ну видите, какая красотень. Так, надо еще, это маловато будет. Сейчас сдвинем чуть-чуть попробочку сюда, раз. Сейчас я тут закину и возьму телефон снова. И сюда вот так вот тоже такую, оп, бульбочку. Сейчас и креветочкам чуть-чуть сюда, раз, Артемий. Потому как тут есть тоже мелкий гуперчик. Гуперчик, так, и тут вот падает. Горка Артемий, кучечка. И сюда чуть-чуть я так закинул на Артемий. Тут малой сидит гупер. Да и креветки хай уже кайфуют. Так, что вы, ребятухи. Ну не сказать, что они пустые пузы. Ну вчера они, конечно, полные были. Особенно тернецы. Я думал, они и полопаются нахрен. Не, нормально. Живи все, здоровье. А, вот, сейчас они зашевелятся. Сейчас до них попадет корм. Включил свет. Как начала тут одна тернеция биться лбом, головой своей в дно. Боже, думаю, хай бахнула. Так, 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 шевеление начинается. Начинается шевельня. Шевельня, шевельня. Сейчас они засуетятся. Как раз помпа вот подняла, всю грязюку забрала. Потом еще вечерком включу перед едой. Я ее периодически включаю, выключаю эту помпочку. Так, вот эти самые первые сейчас, конечно, нахаваются. Вот тут гупешка одна осталась или две их. Ну, одна, по-моему, осталась гупешка. Ну, вроде не похавала на тернецей. Вроде бы нет. Так, едят, едят, вон подтягивается братва. Смотрите, в ряд серенькие, именно крапчатые, выстроились. Ага, так. О, а тут уже людей больше. Людей, зверей. О, щух, щух. Суетятся, кипиша наводят. Так, ну все, хавайте, короче, ребятки. Топчите. Что тут еще осталось? Вон, гляньте, сколько Артемии. Ну что, кинуть этим чуть-чуть, засунуть сюда. Так, для разнообразия, для стимуляции нереста. Чисто так, аппетит, чтобы у них проснулся. А потом я им дам, соответственно, мотылька. Заморозочки, мотылька. Ну что, а вот она пошла, сейчас они поедят. Ну, посмотрим, будем ждать. Сегодня-завтра должен дать. А и тут тогда по приколу вообще в этой ямке так лежать, походу. Так, пошли, что тут у нас осталось? Уже 8.09. Ёпщин матка боска. О, смотрите. Веселка. Веселка на украинской мове. Радуга. Видите, уже как вот пробивает, переломление света идет через эту баночку. Короче, прикол нормальный такой. Так, вот эту банду показать вам, как ест. Ой, самые вылазят. Ну, сейчас, по бырику. Так, 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 куда, кому? Сюда, вот этим же надо дать. Сейчас, сейчас, сейчас я отодвину. Вот так вот. Раз, хватит он вот этого количества. Ну, я думаю, хватит. Это Артемия у меня вчерашняя, что осталось. Это вчерашняя Артемуха осталась. Что, ну и сюда гуперам дадим чуть-чуть. И вот этим, потому как тут есть малек тоже. Они тут с ума тоже сходят. Ой, вода холодная тут, блин, они без кипятильника. О, о, сколько пособиралось у литосов. Надо их подавить, и нормально их рыбки, оказывается, хорошо их едят. И даже самы залазят прям вовнутрь и начинают лупашить. О, блин, у меня задание, надо почистить овощи. Ну, сейчас я успею быстренько. Да, надо ехать на рынок под Квиты. За цветочками. Ага, о, вспомнил, думаю, не забыть. Не забыл. В этом аквариуме два у меня полосатых таких диверсанта. Вот, два проброса кубинских. Вот один. И тут где-то второй. Вот это с этого помета всего их двое. Я думал, чистокрасный, потом нет, стопэ. Где-то должен быть, видел, с полоской. Где-то есть один такой ярко выраженный, вот этот меньше, и второй чуть есть побольше. Короче, вот тут два диверсанта кубинца.
Вон он еще один, вон он. Все, больше нету. Смотрел двое. Да, Димон, ты был прав, тут два неона, черного увидел я. Но пришел до аквариума, смотрел, не мог найти его, а потом через видео смотрю, ну ездишь он все-таки. Где-то она, короче, шарится. Так, вот это гнездо чистое-чистое, ни одной улитки в нем нету. Я жду, туда-сюда Виолетта вроде начала полнеть. Вон, видите? Ни одной улиточки нету. Вычищено все. Это есть хорошо, наверное, потому что и Кузя тут был замечен вчера. Двигал он эти бревна, потом тут замечен был вот этот молодой вот этот носорог. Видите, у него начинают рога раздваиваться. Тоже был заметен возле дуплища. Ну, тут малолетку обхаживает он. Я не знаю, кинуть сюда Егорку из сотки. Ну, Егорка тоже хрен его знает, что он даст. Так, давайте сейчас карманем сюда. Я сейчас нажму паузу тогда. Ребята, давайте. Поставлю, наверное, на штатив телефон. И покажу, какой прикол мы сейчас увидим в этой баночке. 11 минут. Ёны-поны. Так, вот так вот. Выставляем телефончик. Опа-на, поднимаемся. Чуть-чуть приподнимаем телефончик. Это вот так вот сделаем. Вот так вот сделаем. Ровненько. Чуть-чуть сдвинуть стороночку, чтобы у нас аквасик. О! А что так, ля? Как-то интересно, криво. Вроде телефон криво, а тут ровно, да? Надо сдвинуть его чуть-чуть. Сдвинуть чуть-чуть. Ах. Да не хочется вот это, хочется одним дублем все. Блин, так хорошо стоял. Нет, полезло. Так, вот так. О! Во! Да что ты? О! Ну, будем говорить, что ровно, да? Конечно, телефон сейчас не передает вот это. Тут сейчас солнце так падает прикольно на этот самый. А ну, я тут свет подключаю. Сейчас, если включу, там этот самый включу, я вам... А вот так вот давайте сделаем, по бырику. Алло, вы тут еще? Не ложите трубку. Я еще сейчас туда подсветочку кину. Да тише. Экиандер. Вот так вот мы сделаем. Так получше, да? Да хрен там. Что было, так и осталось, да? Гляньте, сумасшедший. Голодный край уже. Голодный край уже спешит, летит. Короче, сейчас телефон не передает, но тут сейчас светло вообще шикардосно тут. Так, берем быстренько мотылечка, вот так вот берем, по бырику, время идет, надо чистить овощи, ехать на базар, пока цветы еще недорогие. Вот так вот, чик-чик-чик-чик-чик, ну вот сейчас вы будете наблюдать, как оно будет тут падать, такие лашпорта сейчас огромные, оно его течением разбивает, и сейчас, по идее, должны самы зашевелиться. И так вот я раз, так шкрябаю ножничками. И оно нормально получается. И я скажу, тоже начали хавать уже как маленькие слоники. Довольно-таки хороший у них аппетит. И мотыля едят, и все едят. И сухарь едят, и дертюху едят. И гамаруса, и шпагаруса. Все что угодно. Мне кажется, им брось кость, они ее погрызут. Так. И сейчас должны самы повылазить. Да, вон они, видно, он банда начинает суетиться. Так, еще. Это мало, это им такое. То на один зуб. С каждым разом они начинают хавать все больше и больше. Вот улиток этих можно вот так вот раз об стекло, они потом их съедают. А ну, бандерлоги, вылазьте. Сам, мечи, конечно, вообще, вы видите мечи, голодный край. Самые голодные. Так, наблюдайте пока там, я шестигранник брошу, уже руками залез сюда. Сам вам сейчас швырану. Снова выключил я у них кипятильник. У самого, потому как... Так, акаром бросил чуть-чуть кусочек. Поросятам бросили кусочек. Сюда бросили кусочек.
сюда кусочек, сюда кусочек. Я сейчас вам покажу, и нету, все. 50 грамм точно схавали. А то и больше, за раз, вся команда. Так, гуперан сюда, дали под низ. Ну все, теперь можно пойти докормить, наверное, сейчас вместе пойдем покормим мою сотку тут. И все, так, а коря там бросил, бросил. Этим бросил, это я ногой зацепил. А нет, это даже я не ногой зацепил, но зацепил. Так, все, остался тут кусочек матыря у меня вот такой. Пошли, докормим соточку мою, я вам тут покажу. Как они тут, что, тут уже все, влупанули. О, смотрите, суета какая сомячая началась, капец. Ну, так получше. Все равно солнце перебивает. Камера не ловит того света сейчас, что я хочу. Чтобы как мне хотелось, чтобы было. Так, включить этим помпу тоже надо быстренько. Пусть разнесет мотыль по всему аквариуму. Самы как раз повылазят. Вон они все сидят. Тут оказалось их нормально. Я думал, их тут 3-2 штуки. А их тут оказалось больше. Так, вот этим надо включить течение. О, 16 минут снова. Ё-моё. Пошли, сотку кормим и все. Ну это я так, по бырику не наблюдая за ними. Вот остался, я жру такой кусочек. Барбу с ней сейчас мы сюда зашвырнем. Вот такой шмат. Окно отсвечивает. Ты что ты? Выключатель выпендросивается нам на вот этой подсветке, на цветной. О, сразу Степан. Степан сразу тут как тут. И Платидора сейчас снычки. О, уже еще сильнее развернул свое гнездо. Сейчас должен вылезти тоже снычки ловить. О, Степа, давай, жуй. Жуй, Степа, жуй. А ты у меня большой мальчик. А что-то у тебя белое на спине. От кого-то ты выхватил уже. А? Нычкуется. Так, теперь же надо еще этим бросить чуть-чуть. Чуть-чуточку вот этой команде. Оп. Ну вот такой кусочек. И, наверное, все. Теряемся. Как говорится, рассасываемся. Мир, дружба, жвачка. Всем пока. Лайкосик, подписочка, кому понравилось. Кому нет, просто посмотрели, оставили комментарий. По возможности отвечу. Все. Тут тоже наелись уже командосики все. Уже полные. Ну, мир, дружба, жвачка. Всем пока.